Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю очередной FIFA сериал. Это была тоже какая-то отборочная игра к одному из моих FIFA турниров, и тут я играю за Марокко. Против меня Ара за Рим, Lucky Loser за Швецию, Skips за Вашингтон, Who Am I за Эфиопию и Handless Bill за Австрию. Пожалуйста, еще раз напоминаю, воздержитесь от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Подобные комментарии будут просто сразу стираться. Ну а в остальном, приятного вам просмотра. Вот сейчас же у Марокко не будет пустыни вообще, ну вот как всегда. Единственное, я уже не помню, сколько раз я играл в дуэли просто ни разу не было пустыни. FIFA за Марокко, вот дали мне пустыню с холмами, и все равно рестарт делаем. И вот не будет же сейчас пустыни, наверняка. Вот стопудово. Обещаю, австрийские земли будут пролегать через все пустыни, которые есть в этой карте. То есть ты вообще поселенца не будешь ставить, да? Нет, в смысле, я заберу все пустыни. Они захотят ко мне прийти, а я поставлю там города. Не, есть какая-то пустыня. Ну, конечно, по сравнению... С прошлым стартом не так прикольно. Блин, ну вот... Блин. Прям ты хоть тут и ставь. Вообще лучше вот тут, конечно, поставить. Но проблема в том, что вот тут только будет... Да, прошлый старт был повеселее. Согласен. Не, я все-таки тут поставлю. Блин, 1, 2, 3. Три холма. Ну, предположим, 4, там 5. Ну, в принципе, конечно, играть можно. С другой стороны, можно вообще пойти вот сюда. И у горы вот тут поставить. Хм. Ну, потому что вот тут оставаться ради Петра вообще нету смысла, по-моему. Фигня полная. Откровенно. Место неинтересное. А вот здесь река, горы. Брать сложновато. Тут вот холмы, только если вот отсюда кто-то будет прибегать. Еда есть, в принципе. Так что, знаете, пойду-ка я сюда. Никто не поставил. Народ, опять там что-то думаешь? Думаю, да. Блин, такая местность странная. Почему не сюда, например? Ну, потому что слишком много гор. Я не знаю, тут хоть что-то город может захватывать. С другой стороны, конечно, тут более защищенная, например, столица. Ну, блин, если будут брать мою столицу, то и фиг с ним. Если я так поставлю город, значит, ну, не удалась игра. Что поделать? 2 амбарных ресурса, как минимум. То есть можно сразу в амбар идти. Правда, пантеон тут никакой не проглядывается вообще. То есть, видимо, без религии. Ну, тут более производственное место, чем тут, конечно. Вот холм. Ладно, пойду сюда смотреть. Вот это вот мне вот эти равнины, ну, очень не нравятся, откровенно. Просто вот как-то... Хотя это все равно лучше, чем просто луга, потому что равнины хоть какое-то производство дают, а именно молоточек. О, блин. Я прям с австрияком. Это печально. А кто там за Австрию, я уже не помню. Так, давайте в лошадей, потому что тут, походу, коляски понадобятся. Блин.
Ну вот он, наверное, не видит. Я-то вижу его. Это Австрия. Границы. Белая окантовка, красный цвет — это австрийцы. И он, по идее, должен мы, если он внимательно будет присматриваться. Но он, видимо, этого не делает. Раз, два, три. То есть у него столица вот тут прям стоит. Другое дело, что она не очень хорошо берется, судя вот по этим холмам. Давайте я так буду проходить, чтобы он меня как можно позже увидел. Знаете что, я прям... Привет, Леша. Ага, он меня уже увидел. Здорово. Чё-то прям близко. Чё-то да. Но с другой стороны, мы так за горами. По-хорошему. Мне тоже нравится расположение. Сможем ли мы договориться? Ну вот если ты мне проход в город ставить не будешь... Как я могу там в проход поставить, если там уже твоя столица стоит? Не знаю, вдруг ты умудришься. Ну ты три клетки посчитай. Блин, ну ты вот скауты сюда поставил, я тут пройти хотел. Я вот пока не очень хочу. Производство у австрийца, конечно. Блин, походу надо в волю играть. А, так слушайте. Слушай, ну давай тогда скаутом не будешь ко мне ходить. Я к тебе не пойду на твою территорию, ты скаутом не пойдешь. Ну хорошо. Все, уходи обратно. Ну куда ты идешь? Лаки, здоровки, ты далеко отсюда. Ну вот как-то мы можем тут распределить эти места. То есть получилось, мы... Слушайте, у нас с австрийцем столицы стоят, собственно, в трех клетках друг от друга. Так как между нами горы и проход в одну клетку, то тут очень интересная ситуация. Ну скажу с моей стороны, тебе тут не пройти вообще никак. Ну, так и тебе с моей. Ну, то есть, конечно, можешь вот тут город поставить, но я думаю, я его заберу тогда. Не имеет смысла мне вообще там город ставить. Я не вижу там ни лексов, ничего. О, гончарное дело. Неплохо. Для... Так даже сделаем, видимо... Ну вот смотрите, вот тут я могу город поставить. И тебе будет вино и медь, например. И... Ар, ну что, будем дружить-то? Да я-то всегда за. Жена. Ну конечно. Ну давай посмотрим. Хочешь декларацию дружбы? Я-то только за. Слушай, ну вот смотри, вот видишь, где у нас скауты встретились? Ну да. Ну, по идее, вот тут ты можешь город поставить. Ну, место хорошее, но люксов тут нет. Ну да. Так, что мне надо? Майнинг. Я так понимаю, ты вот, вот прям... Я вижу, короче, границы твоего... Ё-моё, серьезно? Так близко? Да, мы в трех клетках, я ж тебе говорю. О, сейчас бы ГГшку найти. Ты себе хочешь забрать, я так полагаю. Что? Ну да, ну как бы я тут со своей стороны поставлю город. Ну, с другой стороны, мы, знаешь, можно посмотреть, если у меня будет меха еще. Ну, блин, ну мне так не хочется с тобой воевать, вот откровенно в такой ситуации. То есть, если я буду слева селиться на своих горах, ты не против, да? Ну, блин, а как...
То есть я тоже не собираюсь, например, идти вот к тебе тот город ставить на меха, предположим, правильно ведь? Я его буду ставить со своей стороны. Ну, очень, очень странная ситуация с горами. Где-то тут Карфаген должен быть. Но его нету. Вот именно, что его нету. Блин, мне нужна ГГшка, чтобы взять дань с нее. Пока я первый по армии. Тем более, что я Марокко, мне в них есть смысл отправлять караваны, а что-то я ГГшку не нахожу. Ну, смотрите, вот тут место для города неплохое. И вот тут. Где-нибудь вот тут. Например. Лаки, как место делить будем? Слушай, я вот вправо не разведывал ничего и вверх. Давай посмотрю, ну... Я говорю, если мы с тобой дружим, Рим, я не буду туда к вину тащиться. А, у тебя есть серебро, так что тогда у нас не будет конфликта, мне кажется. Ну, я могу на, вот на этой речке не ставить между нами город, но... Ну, я тогда могу в твою сторону не селиться. Здравствуй, ну, Эфиопия. Привет. Да, привет. А что ты вы здесь? А где ты меня встретил-то? А, где вижу, твой скаут? Вижу. Далеко ты отсюда? Ну, да. Клеток 15. Ну, вот если ты по горам пройдешь вниз, то встретишь австрийцев. Ну, тут хорошее не, место, не, кстати. Не надо мне встречать. О, первая ГГшка. Вот оно как. И кто там? Даже как. А что это так? А, ну Эфиопия, да. Эфиопия, это еще понятно. Так, у тебя опять много золота. Может, мне на золото взять? Пантеон. Так, что мне дальше надо? Видимо, календарь. Американец, это далеко от Эдинберга? Ну, так, лет 8. Блин, у меня проблема, что у меня нету производства поселенцев строить. И около... Синая, я хочу четвертый только город поставить, потому что города надо тут ставить. Да. Всего лишь одна ГГшка. Я, наверное, уже не первый по армии. Нет, первый. Надо сходить копьем, попробовать с Мамбасы взять дань. Вообще, я могу вот этот холм купить для строительства. Два производства у меня у лошади. Не, вообще, мне это золото, что это? Зачем я этот холм покупать? Традиция, ребята, ребята, традиция. Все равно 8 ходов. Зря покупал. О, еще руины. Блин, ну тут такой дебильный город.
чисто ради Синая. О, отлично, 4 жителя. Это прямо офигенно. Что-то я бегаю, вообще ни ГГ ни одного, никого не встретил, кроме Лёши на четвертом. Я вообще только одну ГГ нашел. Оно сверху от меня и все. Хотя вроде уже так нехило. И вообще обычно рядом с Марокко, ну, куча ГГ. Да и рядом с Австрией тоже. Так, давайте размышлять, куда лучше. Все-таки, наверное, второй город лучше сюда ставить. А третий уже сюда. Да что я все про стратегии, да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы знали, что 2GIS поможет вам сориентироваться и во многих торговых центрах? Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Мочат моего скаута, варвары. Ну что, он нормально в защите, если стоять, то он нормально может отбиваться. Так что... постоим. Главное, чтобы варвар на золото не встал. Например, моего этого атаковал. Отлично. Так, давайте железо откроем. Нифига себе, где я шведа нашел бы? Где? Да вообще где-то вообще далеко, так далеко. Я там скаутом спасался. Только так, так. Ничего так, Вашингтон. Так, встану тут на золото. Тут лечимся. И тут будем тоже лечиться. Здоровый Феоп. Австриец, ну у тебя есть там где селиться? Не будет у нас никаких с тобой? Да, с этой стороны есть где селиться. Ну все, и у меня есть где селиться, собственно. Так. Ара, я у тебя там снизу не пройду, в твоей столице. Ну, там вода. Блин, да такой ты там, блин, у тебя там такая стульня была бы, где железо наверху. Я загрузился у вас как. Да, ок. Так, следующим ходом главное... поселы, ну, жителя в городе не потерять. У всех ходят? Да.
может сразу начать следующий. Ну, рабочий все равно нужен. А вот с анбаром, возможно, имеет смысл и погодить. Так. Ладно, подождем ход. Чтобы долечился уже скаут. Да, блин. Ладно, поведем под защитой. Мне вот хочется вот тут как бы третий город ставить. А, не, вот тут вообще, вон меха. Слушай, австрийцы, у меня, в принципе, есть меха на территории, так что если ты как-то хочешь поставить так, чтобы вот эти меха захватить, то я не возражаю. Ну, пока я об этом не думаю. А о чем думаешь? Я думаю о том, что другие места, короче, надо осваивать. Отличненько. Лучше вот так сделать. Видите, так я получал 2 молотка, 2 золота, 2 еды. А так получаю 2 еды, 3 молотка и 2 золота. Да, вот сейчас дострою рабочего, и можно сразу еще одного поселка. А, смотри, дали уже своего убитого скаута? Нет, я буду разведывать, пока меня не убьют варвары или кто-то еще. Ну что, Ара там волю играет? Да, волю играет, у него еще пантеон на чудеса. Вообще не нравится мне. А что, он твой сосед? Не-не, он очень далеко. Ну так это должно не нравиться его соседям, мне так кажется. Нам-то что, мы будем с тобой сидеть и нудеть, остановите его, почему он вырывается, надо его распилить. Да-да-да, вот это все вот херня. Он еще вот тут предлагает. Вообще, конечно, хочется сходить тут посмотреть. Леш, а ты чудо видел-то? Ходил здесь. Синай? Нет, не Синай. Я Синай видел, а какое еще чудо? На Улуру. И где оно? Оно под... Ты Ифи видел? Кого? Ифи. Нет. А там еще и Ифи видели. Мамбасу видели. Вообще города-государства видели. Правее Ифи, а внизу между ними Уру. То есть оно далековато. Ну вот, тебя клеток 15.
Эх, сейчас минус будет, по счастью. Так, что мне еще? О, железо, отлично. Что мне теперь надо? Видимо, охоту. Или пойти лучше, ладно, что тут лечиться этим. Надо ходить тут разведывать. Может, какие-нибудь руинки еще будут. Ну, пока все выглядит неплохо. Да, уже кто-то армию клепает. Армию тоже Рим строит? Ходить дань собирать, да? Да, ну вот это первое. Да что тут то армии? О, смотрите, я уже отрываюсь. Слушайте, может, это Марокко надо уже пилить? Вообще можно. Австрийцы, а у тебя этот город сам холм купил вот сверху? Да, это не я. Ты можешь посмотреть, у меня вообще золото в минус идет. Ну, плохо. Ну, а что я сделаю? Раз мы тут клеток, просто клеток, странно, ну знаешь, у тебя там что, вообще реально нет никаких клеток, кроме как холм, чтобы покупал город? Нет, у меня есть тут клетки, чтобы город покупал. Я не знаю, зачем он покупает эти клетки, это надо спросить у разработчика. Блин, я бы хотел эти бананы купить. Или у города. Я боюсь, что нет, столица ее купит. Не отвечаем. А для этого нужны деньги. Эфиопа, убери скаута, пожалуйста, оттуда. Ничего, мешает? Ну, я туда город веду. Фига себе, австрийцы, это ты откуда рабочего ведешь? Нашел тут. Одну ГГшку. Я думаю, ты захочешь там город поставить. Где? Под Ригой. Я еще Ригу не нашел. Я ж вон Рабат поставил, или ты не видишь его? Вижу. Рабат только и вижу. Блин, мне вот что-то реально четвертый не особо хочется ставить. Ну, что тут за место? Ради Синая чисто? Так там уже все пантеоны разобрали, например. Все вон на веру, кстати. Религию заберут. Петра тут так себе. Вот где город ставить? Чтобы жемчуг, например, захватить. То есть вот тут, например. Ну и что тут? Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8 клеток более-менее, и все. Хочется тут сходить, посмотреть, о чем там говорит. А,
австриец, что там за место такое, что мне захочется поставить прямо. Блин, вот рабатам хочется и бананы купить, и вот этих овец, и медь. Ну, в первую очередь, конечно, бананы. Я так понимаю, если у меня религия появится, то на тебя она распространится первого, да? Ну да. А что там у тебя, скоро религия планируется? Нет, ну вообще планируется. Может, что-нибудь хорошее заберу. Мне что-то кажется, первое будет у эфиопа. Кстати, Эфиопа, ну, скорее всего. Эфиоп, ты Эльдорадо не нашел? Нет, кстати, я хотел тебе сказать, но что-то заигрался. Просто во всех играх, в которых я играл с Who Am I, он везде находил Эльдорадо. Чита. Килиманджаро. Да. Так у меня тут в ближайшей доступности три чуда получается. Вот тут Синай, тут где-то Улуру, а тут Килиманджаро. Может, действительно тут лучше? Ну, как бы вот тут четвертый город мне больше нравится. А Эфиоп тоже вот, ну, город. Вот, что там, Синай или что-то такое религиозное? Улуру он говорил. Да я, наверное, не буду его забирать, что-то. Ну, я точно его не буду забирать, он слишком далеко. Ну, он и ТГГшка к нему уже потянулась, и если я к нему пойду, я тут с холма уйду, и неохота. Ладно, давайте письменность откроем. Ну, кстати, неплохое место. Верно говорит, и гора есть, и река, и ресурс еще один. Австриец, а тут кто-нибудь рядом с Килиманджаро еще есть? Какие-нибудь нет, соседи? По-моему, мы с тобой крайние, тут два соседа сидим. Блин, надо было в волю играть, как-то место так... Немерено. Так, ну что, сбегать скаутом. Хотя тут у меня уже неплохо. А, блин, Килиманджаро Ригу. Да, Килиманджаро Рига заберет. Ну, с другой стороны, нафига он в моих границах? Просто я тут где-нибудь город поставлю. Ладно, надо исследовать вообще эту местность. Ну что, может, Библу построить? Американец вообще в уголочке, да, по-моему? Ну так, на краешку. Ну вот, но и был бы... Очень хороший. Поставил бы я столицу вот тут, представляете? И где мне надо было поселяться? Вот на этих вот... Ужас был бы. Да, слушайте, выглядит так, что надо четвертый город в эту сторону ставить. Тем более, что тут города-государства, то есть к ним караваны пускать, например.
Надо вот получше вот это место расследовать. Например, не вот тут поставить, а вот тут. То есть как бы так обогнуть австрийца полумесяцем. Нифига мне библиотека. Мне тут развиваться надо. Блин, как бы Момбаса меха не захватила, кстати. Ну, правда, тут будут олени и меха, это поставлю город, и тут дешево будут стоить клетки. По идее, я должен сразу их купить. О, тут море. Интересненько. Тут два амбарных ресурса. Тут неизвестно, один или я смогу все-таки. Понимаете, вот если у него автоматом покупает город, то у него вот эти бананы сейчас на приоритете. Кто скажет, где Ара вообще находится? Ой, где-то под шведом. А Швеция? Если бы я знал. Вот. Висячие сады можно попробовать забрать. А великую библиотеку, по-моему, нафиг надо. Блин, не хватает одного золотого. Ну, сейчас он появится следующим ходом. От нас Сара отвалился из Дискорда. Ара отвалился? Эх. Да. У меня... Костряк, смотри предложение. Я только что поменялся уже. Нет, я же отклонил. Отклонил, да? У меня просто медь будет. Да, Я вижу, кстати, там Эфиоп, покупатель. если что, у меня есть золото лишнее. Ну, пока не надо. Интересные тут места, а вот и Улуру.
Очень интересная карта. Так, надеюсь, и Библос, и Рига хочет. Нет, Рига хочет тот. Ладно, давайте постоим и займемся. Блин, ну... Вот Зальцбург, он не в тему бахнул. Слушай, австриец, я думал, у тебя снизу места есть. А ты в сторону ставишь. Не, ну... Снизу-то тоже есть. Как, куда я еще должен тогда ставить? Я тут мало лексов. Я же тебя спросил, у тебя есть снизу места? Я просто хотел вот как раз в сторону Килиманджаро, вот там, где... Не, ну, пожалуйста, ставь на Килиманджаро. Нет, я хотел вот там, где какао поставить. Ну вот, а смысл мне Килиманджаро тогда ставить? Ну, а рядом с Ригой там нет люксов, то выше, где лагерь варвара стоит? Нету. Ну, я ж как бы и около горы хочу еще поставить. Да, видимо, четвертый все-таки можно около Улуру попытаться. Ну тут такие очень, я вам скажу, очень такие... Ой, шоколад есть. Может тогда сюда вот поставите, чтобы шоколад взять. О, блин. Сколько ребят сразу. Швед, это мой лагерь. Чем докажешь? У меня там войска уже. Ладно, еще, ну, конечно, посмотреть. Может, все-таки около Улуру тоже ничего. Место. Вели какой-нибудь пантеон на золото. У меня тут золота многовато будет. Блин, ну вот все бананы у меня сейчас австриец отберет. Прям... Кто кому про какой лагерь говорил? Швед. Фиоп, ты чё, это я там стою и его, блин, пасу. Когда есть, у меня попросит его. Так он уже у меня попросил. Вот, ладно, так, я там стою, стою уже там 5 ходов. Ладно, ладно. Подожди, Фиоп, у тебя же там армия, ты говорил. Не, ну она стоит прямо вон за этим, я ее туда притянул, просто хотел уже обстреливать, а он... Слушай, Фиоп, так ты же сам близко к Улуру, что ты не хочешь его взять? Ну я же говорил, я от холма тут уйду, я от... ну место плохое такое. В общем, надо, видимо, все если я сдвинусь на клетку, ставить. Вот я Харер поставил, если я сдвинулся бы на клетку, место хуже намного. О, Мамбаса хотел, чтобы я Эфиопию нашел. Прикольно. Ну и нахрена ты стер у него рабочего выйти? Ну а фига ты лагерь забрал.
Хенли сбил в математику. Думаю, можно не спешить с висячими садами тогда. Пошли в философию. Блин, там варвары лютуют. Ара тут в сети. Ара, ты слышишь меня? Да, слышу. Ну, мы тут с тобой вообще прям близко. Ну, почему близко? Это как бы мой самый последний город в твою сторону. Ну, мы как-то... Ты воевать собираешься с мной, ты по воле? Что? Ты по воле собираешься воевать? А воля собирается развиваться, воевать я не собираюсь, может, хватает места. Да. Места хорошие, но все-таки как-то австриец так... Как-то так... Непонятненько, блин. Все. Непонятненько. Так, Марракеш растет. Что не может не радовать, конечно. Ну, почел. Убивай его, захватывай. Бей, убивай, грабь. Хоп, убежал сразу. Так, Эфиоп, а вот около Улуру у тебя лучник стоит. Там сверху варвары, что ли? Нету, там швед зачистил лагерь. Ну а что тут стоишь? А, так швед там сверху, что ли? Швед сверху? Алло. Алло. Он снизу швед. Швед? Швед снизу? Да, он, смотри, ох, ничего, он поставил бирку под Нью-Йорк. Он, получается, за Римом, внизу аж. Правее, ниже, ну, далековато. Просто здесь шарился и этот лагерь забрал. Лаки, нужно тебе золото? Нужно. Ну, предлагай. Золото на серебро. Серебро ж дешевле. Давай два серебра за золото. Так. Угу, а медь выросла. Что тоже неплохо. Копейщик об... А, вот тут Ифи. Ну, я думаю, надо будет четвертый город вот тут ставить. Или, может, библиотеку попробовать великую. Надеюсь, этот лагерь Библос не захватит. Я еще, кстати, ни у кого рабочего не крал. Может, у Ифи украсть?
Эфиоп, как ты посмотришь на то, что я у Ифи украду рабочего? Забирай, забирай, я все, свой лимит исчерпал уже. Ну вот, Зальцбург уже бананы захватил. Мне бы вот эти бананы захватить. Только, пожалуйста, не надо грабить вино, Леша. Почему? Блин, ну он мне счастье даешь. Ну извини. Я, собственно, это одна из причин, почему я у Ифи рабочего. Ухёп, а ты можешь двинуть своего скаута? Знаете, какая у меня проблема будет? Вот тут у меня не будет городов, и у меня тут постоянно будут варвары появляться. Что, конечно, не очень радостно. Так, давайте-ка мы в Рабате. Что мы построим в Рабате? Караван. Так, мне еще далековато до философии, поэтому давайте что-нибудь другое поисследуем. Да, и вообще, если я хочу открывать, если я открываю Библию, то что мне надо что-то с нее взять. Ну что, деньги, видимо. Надо вот так. Так, железо обработалось. Давайте-ка, пожалуй, начнем. О, 6 ходов. Так, слушайте, надо вообще сразу математику, видимо, открывать. Ну нафига мне деньги, если у меня нету. Ну вот в Фесе Петру только, если можно построить. Но и тут, и то она тут такая будет так себе. Никто мне тут ничего не захватил, войну не объявил. Может, аристократию лучше? Нет. Да, блин. Тут эти варвары как-то так. Давайте что, постоим пока. То я боюсь, не дойду.
Жалко, этот лагерь никакой город-государство не хочет, да? А Рига этот хочет. Вот бы через 6 ходов вот эта клетка добавилась, тогда я смогу купить эти бананы. Вообще, конечно, пантеон мне бы не помешал. Но уже слишком много для него требуется. Кто там что строит вообще? Стоунхендж австриец построил. Интересно. Я думал, он вышел в математику и поэтому хочет построить висячие сады. Так, что-то меня тут окружают варвары. Так, еда, еда, производство. Что у нас по демографии? Ну, по демографии явно по производству первый Рим. Уже городов наставил. Сколько там у Рима уже городов? Да тут скорее сколько у шведа городов. Тут швед что-то устроил. Швед тоже в волю пошел? Да, швед, воля. Ну, я думаю, что, видимо, у них завязочка будет между собой. А зачем? Завизончик, так сказать. Напряженность растет. Мне кажется, мы можем карту так пополам поделить, потому что неплохо. Слышишь, Эфиопа? Они планируют тебя делить. Это не серьезно. Блин, ну вот почему он не нападает на моего копейщика? Почему он прется сюда? Хреново. Первую религию швед основал. Внезапно. Вторая. А, вторая. Блин, я уже пропустил первую. А первую Эфиоп, наверное. Да, 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 первую я. Не, у Вима уже 4 города я вижу, и он пятый куда-то идет. Ну, я, например, Эфиоп, буду совсем не против, если ты на меня свою религию будешь распространять. У меня тем более вино есть кое-где. Ну, сейчас. Если меня не вынесут. Че это тебе? Кто там тебе? Не, ну, Рим тут... Ну, не знаю, если у твоих городов такие места, как у Харера, например, то я не знаю, как тебя можно выносить. Ну, Харер еще более-менее, вот. Адис так себе. Ну, не урод ли варвар? Блин, вот их наплодилось.
Рим, тебе же нравится будет моя религия шведская? Не знаю, пока не уверен, если честно. Там пагоды. Ну, я тешусь надеждой, что я когда-нибудь свою обосную. Лаки, ну вот ты представь, вот как в Риме могут быть пагоды? Ну, просто, ну, это ж оксюморон, блин. Но тут ни у кого пагод, в принципе, наверное, быть не может. Вот именно. То есть ты уже ошибку совершил, взяв пагоды. Но в Риме, наверное, мечети будут. А вот это уже более-менее к современным реалиям приближено, да? Ну, поближе, поближе, да. Ну, блин, и тут... Ну, этого я, наверное, все-таки убью следующим ходом, ему тут грабить уже нечего будет, слава богу. Вот тут этот, блин... Так, когда клетка купится? Через два хода. Такая растянутая у меня империя, конечно. Вообще, Зальцбург прокачанными через Килиманджаро арбалетами берется на ура. Откровенно говоря. Леш, скажи, как там к Эфиопу пройти? Ну, иди вправо просто. У тебя закончатся горы, когда вправо, ты иди тогда вверх. Но он над Римом, понимаю, тогда. Да ладно, блин. Все тут разграбят сейчас. Даже не буду пока пускать караван. Зато, блин, Библу построил, да? Ну, кстати, в Марракеше еще неплохо бы сады пошли. Леш, мне тут говорят, ты в списке зрителей на моем стриме. Да. Палю, что ты там делаешь. Ну, понятно. Блин.
Не, надо прятать копье. Блин, все разграбили. Два хода. Ай, блин. Ладно, сейчас тут... Тут счастье появится. Давайте попробуем так. Дорогу провести, что ли? Нет, тут надо будет посел строить после копейщика. А тут, видимо, еще караван. Так, наверное, этот караван я уже запущу в Марракеш. Тут, по идее, я должен защитить. Блин, забыл. Еее. Так намного лучше. Ну, почему нет? Я не думаю, что там лучник сможет сильно меня поранить. Блин, ну тут вино все полностью, все грабит. Тварина варварская, а? Ну, наконец-то. Так, чинить. Ну, как раз строим поселенца, и я построю нацколледж еще до того, как поселенец придет на это место. Отлично. Прекрасный план, я считаю. Эти три хода до... Нацколледж, считайте. Фига себе. А у кого так столько... А, у Рима столько производства. И сколько уже городов? Я 6 вижу. А как у него вообще места? Ну хотя, да, блин, это... Для воли, чем уже лучше. Чем для воли, короче. Для воли, да? Да блин, в принципе, и мне можно было бы даже в волю поиграть тут. С другой стороны, такие горы сладкие. Сладкие. Лёш, а ты вот ниже Феса вдоль горы видел там места вообще? Да, я хочу туда четвертый город поставить. Так, философия. Отлично. Три хода. Тут... Так, все норм. И здесь у нас Петра будет.
Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.